Было быстрее, черт побери! Вот а вы задолбали. Если переживешь этот бой, с тебя всего лишь да блядь! Быстрее, твою ж мать! Какого хрена? Сейчас я залезу. Эй, мышка, Раджу! Он там! Сейчас была бы у меня грена. Я бы сейчас вас всех снес бы гранатой. Да неужели? Что-то твои как-то воины, как мухи, дохнут. Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание. Ну, меч Альтаира, я думаю, будет счастлив. Я его так реально обогрел. Ну, успокойся ты, блин. Командир, хрен. Но, неужели никто еще не подумал о том, чтобы бежать? Ну ладно, не хочешь, как хочешь, умирай. Давай. Сейчас ах ты! Нифига себе, да ты меня хотел ударить. Ты охреневший. Почему ты удары не пропускаешь? О, пропустил. Ой! Ты еще жив! Я тебя добью. Да ты охренел! Тебе пора умирать. Ты знаешь, это? Иди сюда. Да. Фух! Какой бешеный адский уровень. Я в самом деле был таким. Гордым, жестоким. Да-да-да. Нет. Тебя колдовал Савонаролла. Неужели? Или я был опьянен вкусом власти? Мне жаль, что я оказался так слаб духом. Ну, видимо, был мне тоже. Да, нам очень жаль. Прости, но у меня нет выбора. Покойся с миром. Да уж, миссия была просто адская. Откуда они взялись? Я их всех убил. Эта миссия просто начинает меня бесить уже, потому что она настолько полна нелепых случайностей. Я не вижу! Бля, мне еще аптечки нету. Предупреждение. А, все, я выиграл. У меня чуть десинхронизация не случилась. О, доктор, доктор, мне срочно нужна ваша помощь. Да, давайте, лечить меня за 50 копеек. Блять, я хотел лекарство купить еще. Нет, я хочу лекарство. Доктор, да доктор мне хреново. А, доктор. Ну доктор. А, все, можно поговорить с вами. А, отлично. Сейчас лекарство. Лекарство, давайте мне все лекарство. Я очень хочу лекарство. Так, и яду давайте. Ну, один. Один пузырек тоже, что-то значит. Покидаемся карликами. Уже стало лучше. Так, ну конечно, мне стало лучше. Сейчас я заберу страницу кодекса еще. Сейчас налечу на них. А что париться с ними, а? Еще возьму два скрытых. Сука, ты умрешь. На. Ух ты, мужика, это... Ух ты, я отобрал у него. На. Да, детка. Давай, теперь ты здоровяк. Нет, не такой удар. Блин, его ж нельзя контратаковать, ты идиот. А ну, блядь. Что? А я не тебе хотел сказать, скотина. А вот этому хотел, товарищу. Тяжелая да. штука. Тяжелая штука. Ай, блин, что-то я отхватил как-то. Ну, вы охренели. Твою мать. Да уморачивайся. Че ты тупишь? Сегодня последний день. Ладно. Я сейчас очень трудно мне. Да умри. Удоты. Как я их ненавижу. Давай. Это будет мега мясо. Почему я вообще не ускроюсь от вас тупо? Может, нет дымовых шашек. И здесь страница кодекса. Поэтому. Да твою ж мать! Твою налево. Ты умрешь, ты меня понял. Все, успокоился. Здоровяк тупорылый. Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание. Да бля. Да. Просто вот этим вот клинками контратаковать очень трудно. Да, блядь, вот. На! Все, отлично. Фух, задолбали. Честное слово, задолбали. С вами просто толпами на меня накидываться. И сейчас просканирую карту еще раз. Ну вот, последняя страница кодекса. Потом там сразу задание рядом. Потом еще одно здание. Еще одно, блядь.
Это пиздец. Ну ладно. Ладно, ладно. Я попытаюсь это сделать. Я должен закончить эту игру. Это моя миссия. Невыполнима. Так. Защити. То, что ты бегишь, тебе не поможет. Если бы я хотел убить, я уже убил бы давно. Не вижу смысла. Так. Ладно. Нарушать порядок. А ты зря сделал. Блин, и главное, рядом, как всегда, толпа была. Кухня, они все бронированные. Ладно, придется клинками работать. Ага, ими хрен еще получится. Я же сказал, ну, со второго раза просто. Какого хрена? Давай, детка, давай. Ух ты, как я ему горло, а? Да блин, я шевернулся. Ты охренел? Скотина. Значит, тут контратаки не работают, значит, буду без контратак. Блин. Нифига себе мочила. Че у меня, блин? Охренел. Я увернулся, а тут попал по своему. Это был просто тоже эпический момент. Ай! Че, охренел? Я же вроде увернулся. Может, мне вообще взять кинжальчик или нет? О, боже. И сразу все обосрались с моего кинжала. Ну ладно. Это какая? Последняя страница кодекса здесь. В этом, как во Флоренции, да? Ну, видимо, да. Если я, конечно, не пропустил. Будем надеяться, что я этого не сделал. Фух. А ну, подождите минутку. Так, я вернулся. Я думаю, мне нужно убить все-таки этого чиновника. Я ухожу, и я тебя никогда не видел. Да блядь, я забыл, что у меня клинок. Ну, то есть не клинок, а кинжал. Ладно. Теперь нужно максимально сделать быстро задание. Так, йо-хо-хо, ну что ж такое, а? Всё, да? Солнце-то как светит. Ярко-то очень. А, вижу уже точку. Блять, блять, есть! А, кстати, видите, у него на пальце теперь ожог, а его ж тогда посвятили в ассасины. Ну, вообще, я схватился просто приказ эпик. Приказ такой. Следить за полями, чтобы со стогами сена ничего не случилось. Может показаться, что это бессмысленное дело. Однако оно очень важное. Угу. Сеновали, о боже. Убить фермера не привлекало внимания его гомосеков. Если лишить их самого важного ресурса, что еще это было? Их поле будет сломлено. И им придется... А, блин, я же забыл к этому. Не занимай, я так и думал, что будет десинхронизация. Черт, я забыл опять кузнеца посетить, я получше снял бы с выстрела и все. Ну, дело осложняется, конечно, но мне придется закончить перед тем, как попасть к кузнецу. Ладно. Я думаю, я справлюсь. Если лишить их самого важного ресурса, их поле будет сломлено. И им придется сдаться. Если не слезешь с носу, то станешь похож на ежа. Заткнись. Многие уже лучше заткнись. Им нужна одежда, пища, тепло, крыша над головой. А для всего этого нужно сено. Я слышу, как вы ворчите. Наверное, вы думаете, а, он еще и с охранниками там ходит. Времени, а на самом может, деле, его надо из того сена убить? От этого сена зависит вся наша жизнь. Вы не верите? Как вообще попасть туда? Хорошо, я все объясню. Сеном питаются лошади, которые возят телеги. На них мы возим товары в другие города. Чтобы... Тихо. Вот что позволяет нашей экономике процветать. Так, Фемочка, ну...
Блять, двое здоровяков, тяжеловяков. Где шьют такие плащи? В Милане? Они меня уделают. Так, вроде он здесь проходит. Я буду его, наверное, тут поджидать. Сейчас он там полазит. Пока что можно обсудить глобальные проблемы нашей планеты. Ну вон он уже идет. Я надеюсь, у меня получится каким-то образом его убить. А ведь еще есть домашний скот. Хотя... А, нет, это не он. Они ведь тоже едят все. Я попытаюсь... Блять, иди нахуй отсюда. Ну и блин, я со страха его убил. У меня получилось не привлечь внимания. Почему сено не должно достаться в роду? Да-да, я понимаю. Куда он пошел? Не относитесь свысока к этому делу. Стой, иди сюда. От сена зависит наше благополучие. Куда ты пошел? Я тебя ждал здесь. Ну куда ты, дурак? Идиот. У тебя слишком много стражников, как я тебя убью?